С вами Рэй, и я решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, сейчас я не знаю, что сделать. Сейчас, секундочку, погодите. Попробуем... Так, нужно зайти в магазин. Так. Дело в чем, что... Сейчас, секунду. Вот, ну наконец-таки. Изменились настройки, вышло обновление, и с ними слетели звуковые настройки. Ну, наконец-таки. Вот. Теперь, кажется, да, все удобоваримо. Давайте сделаем так. Да, просили меня изменить громкость звука. Я хочу, чтобы люди все-таки так продолжали говорить громко. Сейчас. Вот, вроде теперь уровень звука нормальный. Громкость нормальная. Попробуем выйти сюда опять в главное меню, для того, чтобы, естественно, закончить нашу кастомизацию. Во-первых, да, вышло обновление, теперь, по идее, нам даже дадут выйти на улицу. Появилась какая-то алхимия, вот, которой можно все это дело делать. Так, теперь давайте применим. О, супер, современная у нас. Теперь... Золотой молоток, суперсовременная метла и появилась, да, и сундучок. Все, возвращаемся обратно в магазин. Я уже немножечко, правда говоря, не помню, что там конкретно сделалось, что там завершилось. Так, сюда нам не дадут все еще выходить. Появились вот такие вот непонятные штуковины. Написано, что там есть. Что это такое? Какая-то мололка чего-то там. Ой, я туда закидываю эти штуки. Не надо. Так, это, видимо... А чего в результате-то? Вот набросал туда. Потратил немножко денег. Не знаю, на что потратил. Может, какие-то рецепты появились? Ух ты. Ты кто такой? Ты что здесь делаешь? Ты кто? Ты варвар? Ты атакуешь мой магазин? Непонятный какой-то мужичок что-то здесь делает. Так, мы затарились в прошлый раз товаром. Угу. Надо во-первых. Да, появилось больше всего всякого разного. Теперь вот так вот все это управляется. Так, а где наши роботы? Как-то стало неудобно, если честно. Слишком уж маленькие все эти штуки. А это что? Что это? Новый текст. Что это за ерунда непонятная? Так. Это что? Шляпы? Так, раз, два, три, четыре. О! А, вот, меню поменялось. Конкретно поменялось меню. Слева теперь оно располагается. Так, кажется, знаю, в чем дело. Опции. Размер у Исайса. Нет, он такой же... Странно. Можно Xbox с контроллером играть. Ладно. Так, первое это у нас сам магазин. Второе это метла. А также и молоток. Да ладно. Почему-то молоток как-то непонятно. А, вот, теперь. Во как. Куе переключение. Теперь сделали немножко интерфейс по-другому. Все починим. Да, стало больше товаров, во-первых. Что там? Это, видимо, проход, где будет, или что это, не знаю. Говорят, теперь даже можно будет выйти из магазина на улицу. Не знаю, что это имели в виду, то есть, либо это квесты не будут исчезать, как это раньше было. Да, похоже, это именно показывает, где будет проход, когда мы расширим магазин. Ну, пока мы не беспокоимся. Так, и мне нужно настроить роботов моих. Как бы это сделать-то? Раньше это было все здесь.
Мы через Q, может быть... Я открыл магазин, раньше... Как мне включить моих роботов теперь, чтобы... Чтобы роботы были охранниками? Так, стоимость. Что? Почему стоимость? Да я стоять бояться, почему стоимость в 100%? Я не согласен. Так, хотя бы до 200 догоним. Для этого нужно собрать теперь на место товары поставить. Да елки зеленые, елки-моталки, сейчас мне все раскупят по дешевке, я не хочу. Я не согласен. Да. А, все нормально, да? Некоторые. Хотя, стоп. Что? Что происходит? Я сейчас, походу, теряю деньги в больших количествах. Такое ощущение из-за этого. Все, вроде цены. Цены выставил по новой. Так, а как этих теперь сделать, чтобы они работали как положено? Так. И все-таки я хочу сначала настроить роботов. Что это? Где настройка моих роботов? Раньше они настраивались спокойно и легко, а теперь нет. Где же это все сделать? Что ты здесь делаешь? Ты кто такой вообще? Что я делаю? Да, открыл я магазин раньше времени. И что дальше? Что происходит? Что-то получилось, наверное, нет. Ладно. Так. Как же роботов теперь это настроить, а? Так, как их настроить? Как настроить своих роботов по-нормальному теперь? Потому что они теперь не хотят атаковать. Они просто уборкой занимаются. Ну, то есть они вот, если кто роняет, да, они просто собирают и все. Да, воришка... Ладно, вот утащил бутылку маны. Не сильно прямо беднеем. Тут тоже уже что-то утащили. Потому что иначе бы барьер бы не включился. Вот смотрите, раз. Опа. Вор. Так, ладно. Попродаем что-нибудь еще. Пускай вот так. Так. Что-то у меня там было еще на продажу. Да ладно. О, кстати, теперь не убегают. Все подряд из-за того, что я достал это не может не радовать. Ну, меня не радует то, что роботы, мои боты перестали работать так, как надо. Я даже не знаю, что теперь делать. Не знаю. Так, кто? Какой-то из них собрал же. Ага, этот забрал, понятно. Так. Ах ты, зараза. Ладно. Не сильно прямо обеднею я.
Так, ну ладно, сейчас тогда экшен пройдет. И будем пытаться снова разобраться, что же нам. Так, заплатить налоги. Прибыль, кстати, идет. Стало больше, по идее, предметов всяких разных, которых можно купить. Ну, кстати, особо там прям не видно, чтоб прям было много. А вот что с алхимией делать, вообще непонятно. И ты кто такой? Что ты здесь делаешь? Ты кто? Что ты здесь делаешь? Непонятное что-то. Мыши? Что здесь делать? Я разрушил себе все. Стрелял, потому что магией. Надеюсь, товар-то не попортился или попортился даже, возможно. О, да. Чувствую, нам разбираться и разбираться с этим всем теперь надо. Да. О, на улицу можешь выйти. Прикольно. Сейчас мой магазин, правда, обокрадут, наверное. Хотя не знаю, надеюсь, что нет. Вроде как. Что там? Ладно, все, возвращаемся. Пока что возвращаемся домой. Немножко уберемся. Так. Процесс вроде идет торговля. Я сейчас не буду заморачиваться, потому что я не знаю, что к чему. Доставка, понятно. Что с этим делать, тоже не ясно. Хоть какие-нибудь рецепты бы, что ли, показали, а? Надо будет туториал открыть. Так сказать, не знаю, что делать, прочитай мануал. Дайте вам щитов на продажу. Всяких разных, всякой разной ерунды. О, место под тапок еще один осталось. Честно говоря, так сейчас пока делаю все это. Немножко наобум получается, да? То есть... Не так, как я планировал. Более чем уверен, не так, как я планировал это делать. В прошлом эпизоде. Ну, сейчас просто хотя бы продаем хоть как-нибудь, чтобы просто продавалось это дело. Ух. Так. Так, это не место. Так, убрать. Да, и замечено, что вот теперь, когда достаешь оружие, народ не разбегается. Может быть, какое-то улучшение у меня заработало теперь. То есть народ теперь не боится. Надо все равно разобраться с этим всем, что к чему да как. Но мне придется этот день, да, отыграть до конца. Что-то у нас, кстати, по времени. Так, а троечка? О! А троечка, кстати, теперь не выбирается. Только единичка...
Единичка эквивалентна вообще троечка эквивалентна единичке. Ну, то есть имеется в виду ремонт, постройка, скажем так, сейчас не активируется. Так, что там у нас? Понасобирали всякого разного. Того, что пытались тащить. So well. Ну, вроде как, нормально. Нормально. Вошел в нормальный рабочий режим. Книжка. Гриб кто-то скинул. Не понравилась цена ему, видите ли. Что? Куда нажать? Что-то нажать надо было, чтобы что-то что? Что-то я не понял. Видели, что-то всплыло, какая-то подсказка, я так и не понял, какая. Так, кто из них, чё? Так, шляпа еще есть. Оу. Почему-то за грань экрана ушло. Знаете, вам таких щитов еще. Ну, потихоньку мы, кстати, переходим к тому режиму, когда мы... Так, тут надо еще выбирать все. Странно. Пока с этим надо разбираться. О, что-то пытались еще стащить у меня. Почти стащили. Судя по тому, что барьер сработал. О, таких тапочков. Ну уже. А тут бы надо бы подпрыгнуть, потому что иначе неудобно достать. О, наконец-таки поставил. Ну, торговля, кстати, достаточно бойко идет, между прочим. Ну, конечно же, да. В этом, скорее всего, и цена. Конечно, в этом очень помогает. То есть, у меня сейчас, получается, всего лишь два раза нагрузка идет. Стоимость товара. И поэтому спокойненько. Народ раскупает достаточно бодро все. Ну вот еще одну вам пробу. Чуть-чуть уберем. Хулиганы. Хулиганы. Так, кто? Робу на место поставим. Вообще доспехи разлетаются просто как не знаю что. Прям у нас аншлаг на покупки. Надо обязательно разобраться с алхимией. Обязательно. Понять, что к чему здесь. Hold N and press. N. А, во как оно, это наш чемпион, которого мы можем послать в путешествие. Для этого нужно, видимо, в режиме не управления магазином, а в режиме, короче, когда магазин закроется, видимо, это можно будет совершить, я надеюсь. Было бы интересно. То есть, может быть, это мы не знаю, кто это, может быть, это мы и есть, да? Сражение самим собой было со мной, у меня произведено, получается. Но, тем не менее, очень интересно сейчас будет разобраться со всей этой ерундой.
Ай, молодцы. Щит еще один подкупили. Опять что-то пытались стырить. Что, вечер? Ну, наконец-таки, закрылось. Закрылся магазин. И... Почему не это? Лавочка-то не закрывается, почему? Ага, ну наконец-таки закрылся магазин. Фух, честно говоря, день был суматошный, так, главное теперь клавишу Е не нажимать. Так, нажмите N. Может быть, удерживайте N? А, удерживайте N и нажмите... Куда его отправить? Допустим, держим N и нажимаем 1. И он пошел в приключение. Да, у нас забрали некоторое количество денег. Мы отправили его в Forest Peak. Хорошо. Может, он будет набирать вот эти вот штуки? Я не знаю. Возможно. Что это за ерунда? Так, ладно. Попробуем в режим строительства зайти. Ага. Так, столик было, было, было. Каунтер был, армор пак. Бот-дог, вепон рек, флормет. Да, ничего нового хотя бы здесь не появилось, и то радует. Единственное, что непонятно, как управлять все-таки нашим магазином. Так, давайте попробуем все-таки найти. Найти, как управлять нашими роботами. Здесь как-то... Так, у нас 41 деньга есть. Вернее, 41 опыта. Можно попробовать, чтобы роботы... Вернее, не роботы, а... Кстати, это нельзя взять, потому что мы еще не взяли. Чтоб подумали дважды воришки, прежде чем решились на воровство. Ну, давайте откроем эту штуку. Потому что это крайне полезная вещь. Но остальное нам пока не хватает. Так, квесты, квесты. Продать шлема, да? Танк Дефенс. Продать кучу всего для брони. Давайте попробуем взять, кстати, квест большой. Для чего я его беру? Хочу посмотреть. Вот я вот сейчас закончу серию, да, обязательно нужно будет посмотреть, как управлять этим всем. То есть, когда мы выйдем, останется ли этот квест? Или он исчезнет? Опа. Замечательно. Так, и все-таки мне бы хотелось узнать, как заниматься алхимией, как заниматься магией. Что здесь у нас есть? Я только что сюда что-то засунул. Ну-ка. Смотрите, добавляется дерево. Угу. И что я нажал? И оно исчезло, да? А куда оно ушло? Непонятное что-то. О! Литр дерева. Его можно продать? Да ладно. Интересненько. Так, ладно, пока этим не буду заморачиваться. Надо будет почитать, поискать квесты. Так, пока давайте займемся закупкой. Так, как же все-таки настроить своих роботов? Потому что я хочу, чтобы у меня вот те, которые на входе были, может быть, стали какие-то... Другой вид роботов появился, а? Хелпербот. Нет, он и то, и другое делает. Как его заставить именно заниматься отловом врагов? Отловом воров? Может, как-то настроить надо что-то? И теперь мне нужно его, может быть, как-то переназначить? Нет, это явно... Может быть, так?
О-оу. О-оу. Зря я так. Так делать не надо больше. Где же статистика ботов-то, а? Так было удобно, так было все просто. Теперь этого нет. Да ты, ёлки-палки. Так, ребята, я выйду из магазина. Чтобы он не... Вернемся, попробуем посмотреть таториалы. Так, ну здесь пока ничего нового не изменилось. Клининг, фиксинг, понятно. Комбат, понятно. Воры, понятно. Растения, понятно. Алхимия, о. Алхимия — это путь, через который шопкипер будет создавать предметы. Которые вашим которые ваши посетители будут искать в вашем магазине. Все, что вам нужно, это бросить материалы или предметы, или что-нибудь еще в гриндер. И это разложится на материалы в жидкой форме. Ну, вот то, что мельницу. Use the tabs to get out the materials. А, понятно. И то есть, вот то, что я зажимал, краники. И их можно бросать сюда, вот, в котел. Котел принимает 4 ингредиента в особом порядке для того, чтобы создать новый предмет. Но возможны ошибки. Очень интересно. Очень непонятно. И а где взять рецепты-то, ёлки-палки? Так, давайте попробуем вернуться в магазин. Сейчас, надеюсь, он не откроется. Он, скорее всего, не будет еще открытым, да. Кстати, сбросилось время. Почему-то я начал со второго дня. Хотя у меня тут уже явно не второй день. В каком порядке бросать, тоже непонятно. Щит. Мир. Так, ну, во-первых, видно, что квест наш слетел. Видно, что приключенец вообще пошел по делам. Мы попробуем добавить сюда вот это вот фигни. И что получилось, интересно? Получилось ли что-нибудь? Я что-то не вижу, чтобы у меня какой-то прям особый предмет появился. Да, нужно, наверное, посетить сайт игры, вики посмотреть, не знаю. Потому что чего-то там не хватает мне. Потому что как-то это не то, что я бы хотел. Литр мусора. Поставим на продажу. Стоп, почему? И сбился опять процент, кстати, ребята. Ребята, сбился процент. Вот это мне не нравится. То, что происходит. Ну, это альфа. Это альфа, и с этим ничего не поделаешь. Так, книжка хотя бы за нормальную сумму продается. И непонятно, как настроить роботов. Ни правой кнопкой не подходит к ним ничего. Как-то раньше настраивалось все спокойненько, когда заходил в меню, и можно было настроить робота именно. Что вот это за ересь, которой раньше не было. Почему исчезли роботы? Ну, ребята, если кто знает, попробуйте мне написать. Может быть, нужно второго робота сюда впихнуть. Не. Н? Нет, не Н. Б, может быть, как-то... Может быть, опции настройки клавиш, может быть, это какие-то есть... Нет, к сожалению, не вижу.
Тутуриал, может быть, прямо отсюда. Но здесь не хватает. Здесь не хватает вещей. Что, можно вот так как-то... Нет, это просто Asset New Price, видите, такая штука есть, а у нас такого нет, к сожалению. Например, вот как-то там можно было прям чуть ли не новую цену поставить. Не, ну это конкретно цена на вот этот товар. Не работает как надо. Ладно, давайте посмотрим, что нового появилось. Хотя бы. Так, шлема, все это было, было. Ботинки, кажется. Нет, ботинки все те же самые. Gold Plated Shield был, щит был, грибы были. Книжка была. Что это? Траувинг. Ага. Появились, во-первых, новые виды головных уборов для разбойников. Да. Новая одежда появилась. Так-то, в принципе, здесь все то же самое. То есть я так особо нового ничего не увидел. Вот это вот непонятное new text. Да твою дивизию. Так, ладно. Так, сюда опять нажимаем. Может, здесь есть в каких-то настройках? Arrow case, mouse wheel. Нет никаких подсказок, к сожалению. К сожалению, нет никаких подсказок. Возвращаемся в магазин. Ну, ребят, пока я пытаюсь разобраться. Может быть, кто-то знает, где это все взять, все эти дела узнать. Вы мне скажите тоже. Да, к сожалению, я вот не вижу ничего нового, кроме того, что опять же сюда бросаю эти штуки. Да, квесты все равно слетают. То есть, если ты взял квест, ты должен его, получается, с ним идти по жизни. Вот, непонятно, что делать с алхимией. Совсем непонятно. Здесь-то примерно, хоть чуть-чуть примерно ясно, да, что к чему. Например, давайте бросим сюда вот эту штуку. Смотрим. 0, 0,2, 0,0, 1,2, 1, 1 и 0. Бросаем. Что изменилось? Мир изменился и джанку. Так, 1,5, 1,1. Ну-ка. 1,8. 1,2, то есть 1,01 мусора и 0,3 мира, да. Здесь то же самое можно попробовать. Та же самая ерунда, точно так же. То есть бутылки, понятно, то же самое, в принципе, и дают. Эти штуки можно продавать, по идее, а можно с ними что-то там, вот, может быть, даже где-то мутить, что-то делать. Честно говоря, непонятно, правда, что... Ну да, то есть каждый предмет на что-то раскладывается. Вот. Это ясно. Туда нас не пускают. Ну, опять же, с этим дядькой тоже непонятно, что делать, когда его нужно выпускать. Его здоровье, может, его лечить как-то надо, я не знаю. Снаряжать его, может быть, как-то надо. Не ясно, короче, это все, ребята. Что ж... Да, в загадках и тайнах, и в непонятках того, что тут к чему и как, я заканчиваю этот эпизод, эту серию. Попробую разобраться за кадром, понять, что к чему. А вам всем огромное спасибо за просмотр, с вами был я, Рэй. Пока-пока, счастья вашему дому и до следующих эпизодов. Понравилось видео, не будь редиской, поставь лайк и оформи подписку.